Так, это дубль третий, последний, 10-15 октября 2021 год, Харьков, 18:33 по Киеву. Снимаю на ISO 6400. Луну, Венеру, Юпитер, Сатурн. Снежит, очень снежит из-за завышенной светочувствительности. Сейчас я его убираю, чтобы мы увидели. Вот он, Юпитер. И сейчас буду еще дальше убирать, чтобы мы увидели Сатурн. Выдержку уменьшаю. Вот Сатурн. О, вот так наша троица. Вверху над Луной Юпитер, это Сатурн. Сейчас я вам кольца покажу. Вот нам уже какие-то животные прискакали. Тоже астрономия интересуется. Молодцы. Один миллиард 442. Миллиона километров до Сатурна. Сейчас уменьшу выдержку, то и колец-то не различить за сиянием этим. Вот так. Есть. Очень быстро все делаю, потому что там Венера уже просто ныряет за высотки Харькова. Пошли к Галилео спутником. Юпитеру 660, не соврать, 2 миллиона километров. Справа. Это что ж такое? Спутник Европа. Вот он. Так, пока вползает Юпитер. Вот я уменьшил выдержку, чтобы слева от Юпитера был виден спутник его. Ну, он так едва различим. На предыдущих дублях лучше видно. Ох, ребятки, не буду дальше баловаться. Пошли смотреть на Венеру. Иначе у нас не комплект получится. Так. Венера 116 миллионов километров. Да, тут, конечно, фазы не видно, ну, совсем. Ничего, сейчас мы выдержку уменьшим. И хотя бы обрез очертания увидим, дольки этой апельсиновой. Ну, отсылаю к предыдущим дублям, что я могу сказать. Тут уже совсем низко.
над горизонтом через плотный слой атмосферы на Венеру смотрим. Так что ладушки, это дубль третий. Пятнадцатого. Октября 2021 года в Харькове. Да, до Луны 382 тысячи километров. А то я как-то все озвучил. Луну забыл. 18.39 по Киеву в Харькове, 15 октября 2021 года.